Знаете, меня спрашивают про разные магазины для калашей, для арок, если у меня есть опыт, информация о них и так далее, и так далее. Решил приобрести на распродаже на Черную Пятницу немножко корейских или южнокорейских магазинов для АКМ. Они теоретически стальные, практически мы проверим буквально через минуту. И народ интересуется. Стальные, да, вроде бы стальные. Качество конструкции надо будет посмотреть. Видите, сделано в Корее. Вот надпись. Сделано в Корее. Разберем, соберем. Сейчас они были на Global Ordnance, на Черную Пятницу, по-моему, по $5. Я не запомнил, честно говоря, цену. Сейчас посмотрю. По $6 они были. Плюс пересылка $12. В общем, мне 6 этих магазинов обошлись в 48. Получается по $8, учитывая пересылку. Не самая лучшая цена, честно вам скажу. Не самая худшая. И сегодня, честно говоря, только первый взгляд. Что значит южнокорейские магазины? Иногда на них пишут SHK в качестве производства. Иногда про них пишут правду, что они сделаны фирмой KCI. У меня на столе, видите, купленные корейские магазины по 20 патронов, купленные раньше в другом веб-сайте. И у них вот такая вот надпись, сделана в Корее. Вот это KCI, 20-патронные, для моего калашоидовского пистолета. И их мы тоже будем рассматривать, тестировать и смотреть, что это такое. Может быть, даже удастся выбраться с ними в тир в какой-то момент. Пока с этим, как вы знаете, сложновато у меня. Так что вот первый взгляд на данные магазины. Их мне будет не жалко, как говорится. Они как-то, в принципе, неплохо внешне выглядят. По крайней мере, при таком освещении. Надписи по-разному бывают. У меня есть беретовские магазины этой фирмы, если это KCI. И у меня есть, соответственно, магазины для Глока от этой фирмы. У меня нету арочных магазинов этой фирмы, поэтому полного обзора чисто по KCI у меня еще не будет. Хочу собрать несколько типов магазинов, включая, возможно, их барабаны или банки для калаша и СКС. Они вроде не особенно дорогие, по $60 каждый, особенно сейчас на возможных распродажах. И если они рабочие, то может быть полезно. У меня югославские на данный момент банки. По 75 патронов каждый. Так что вот такой первый взгляд на вот эти корейские магазины. Пока в пакетиках с двойной надписью Корея. А здесь с одинарной надписью Корея. Надо бы посмотреть, чем они отличаются. Здесь надписи нету. Может быть, они действительно двух разных фирм. Но что видите, здесь заклепки идут постоянно. Вот они. А здесь их всего с одной стороны видно. Вот с этой стороны. Ну, в принципе, похоже. До определенной степени. Здесь они, по-моему, поглубже. А так, очень и очень похожие магазины. Надо будет их сравнивать более серьезно. Смотрите, вот эти большие, у них серый. Здесь пластик, а здесь черный. И то, и другое стальные. Как доказывает мой магнит. Ну, вот такое вот введение в магазины корейские. У меня много сейчас появилось разных новых калашедовских магазинов, потому что много чего появляется на рынке. И я, соответственно, хочу все это знать. Может быть, не буду покупать в таком количестве. Покупаю обычно в количестве двух. Но, в принципе, вроде бы выглядит нормально. Как они будут работать, это надо проверять.
Доверяю ли я им изначально? Нет, не доверяю. Все-таки болгарские и российские для меня гораздо более надежные по чистой репутации. Цена у них не намного выше, болгарских полимерных выше некоторых, но можно купить сравнительно небольшой стоимости. Так что вот такое видение. Дальше посмотрим, как они себя будут вести в реальном исполнении и сравним с другими. До следующего видео.